Три раза я бывала между ними. Сегодня мы приобрели билет в старинный зал с картинами живыми. И песни, и казачий говорок нас помнили и дух, и настроение. И той поры далекий городок стал перед нами сказочное видение. Поют казаки песни о былом, ведут беседы борцы между собой. И кажется, что с нашим городком мы связаны единой судьбой. Живем, и как бы притворяя связь, мы у него как на бессрочной службе. Коленями раз два переплетясь, пример влияем бескорыстной дружбы. История гласит, спокон веков, на берегах, что дерево омытое, живут потомки дерзких казаков, и люди гов, отважные джигиты. За вольный край, за свой родной Кавказ, плечом к плечу отважные мужчины, они тогда стояли, и сейчас просто поднялись в одном строю единые. Я понимаю, это Божий дар — нести свой крест, тебя в жару и холод. Мой город, мой любимый Пятигорск, ты не стареешь, ты душою молод.
19 и при поддержке администрации города Горячеводской казачьей общины проходит конкурс казачьей культуры. Сегодня вы станете свидетелями награждения победителей. В этом году фестиваль проходил в трех номинациях: спортивные забавы, творческие забавы и семейное творчество. И прямо сейчас на сцену выйдут лучшие конкурсанты в номинации «Семейное творчество». Казачьи семьи славятся традициями, дружбой. И, конечно же, сегодня поддержать наших юных артистов пришли мамы, папы, сестры и братья. Встречайте, семья Пономарёвых, школа 27.
ней степи шир, ковыльный нежный шорох, в ней топот бешеный степного маштага. Встречайте на сцене семья Ястребинских, школа 1. На память!
любой народ катится, как перекати поле по миру. Этот концерт о тем, кто в наш беспамятный век хранит то, чем крепка душа народа, традиции своих предков. Этот концерт о казахах. Мы не делали их, не делили их на донских, терских, кубанских или уральских. Они все наши. С ними поднялась на крыло наша держава. С ними пришла она в новый век. Встречаем зажигательный казачий танец в исполнении образцового ансамбля народного танца «Тапатука».
что сегодня в зрительном зале поддерживают юных патриотов сотрудники 56-й отдельной бригады оперативного назначения Федеральной службы войск Национальной гвардии России. Эти аплодисменты вам! А мы переходим к осмотру лучших номеров в номинации «Творческие забавы». И первыми выступят ученицы Нижнеподкумской школы 24. Встречаем их!
душу ветер и унес в поля покой. Ты, казачка на рассвете, лучше песню мне пропой. Третьяк Ярослава, школа 21. Ваши аплодисменты. Oh,
являются на сцену товарищ атаман Горячеводской казачьей общины, депутат Думы города Пятигорска Владимир Алексеевич Савченко. Добрый день, уважаемые гости, добрый день, уважаемые участники. Огромное спасибо хотелось бы сказать всем участникам, всем, кто готовил этот конкурс. Отдельное спасибо всем организаторам. Очень приятно, что из нашего местного мероприятия, которое началось в прошлом году, это стало таким огромным мероприятием городским. Наталья Алексеевна, надеемся, что мы выйдем даже на краевой и федеральный уровень. Ведь казаки основали не только нашу станицу, но наш город и наш Ставропольский край. Благодаря казакам территория Российской Федерации увеличилась по подобным цифрам в 60 раз. Поэтому, думаю, вы хотите дальше. Большое спасибо всем тем, кого мы не видим, которые за кулисами тщательно, трепетно занимались несколько дней подготовкой этого финала, этого гала-концерта. Они всегда в тени, но очень верны. Конечно, большое спасибо вам за то, что вы организовали этот конкурс. Большое спасибо вам, выступающие, которые приняли участие, прошли трудный этап отбора, и сейчас мы видим их в финале. Спасибо большое. Начнем награждение. Итак, за активное участие в городском конкурсе «Казачьи забавы» в номинации «Семейное творчество» награждается семья Бортниковых, лицей 20. Встречаем! «Казачьи забавы» в номинации «Творческие забавы» награждается школа 21. Дорогие зрители, мы жалеем аплодисментов. Я попрошу оставаться на сцене вас. Награждаем, останьтесь на сцене. Поднимайся. Мы сделаем фотографию на память. Итак, дипломом второй степени награждается школа 6. Где же наши победители? Шестая школа, представители, выходите за наградой. Дипломом первой степени награждается школа 12. Аплодисменты.
Перед вами выступят руководители дошкольных учреждений. Ансамбль «Пятигорочка» с песней «Скакал казак через долину». Встречайте! Не работает.
поздравить наших победителей. Итак, дипломом третьей степени городского конкурса казачьих забавок в номинации «Спортивные забавы» награждается команда «Лихие удальцы», школа 14. Мы приглашаем капитана команды Аняна Артема. Оставайтесь на сцене, пожалуйста, ребята. Дипломом второй степени награждается спортивная команда «Казаки-разбойники», школа 6. Приглашаем капитана Атмани Исмаил. Поздравляем наших победителей. Дипломом первой степени награждается спортивная команда «Костер», школа 21. И капитан команды «Волосанян» Артур. Аплодисменты победителям, самые спортивные, ловкие ребята. И, конечно же, фотография на память. Поздравляем вас поближе. Браво. Спасибо большое, Галина Ивановна, спасибо за награждение. Ребята, проходите в зрительный зал. Инициатива проведения конкурса «Казачьи забавы» в школе 19 появилась не случайно. Благодаря сотрудничеству с казачеством школе удается главное – воспитывать в новом поколении любовь и уважение к своей родине. И об этом следующая песня. Встречайте, 19-я школа! Ваши руки.
участников концерта на сцену приглашается начальник управления образования администрации города Пятигорска Наталья Алексеевна Васютина. Дорогие коллеги, участники концерта, ребята, хочу поблагодарить за ту бурю положительных эмоций, которые вы подарили нам сегодня. Я знаю, что этот концерт был перенесен из-за меня. Спасибо вам большое. Спасибо. Марина Федоровна, первая благодарность, конечно, вам за ту инициативу, которую вы проявляете. Я очень люблю бывать в нашей казачьей 19-й школе. И по-доброму восхищаюсь тем сотрудничеством, которое сложилось в них с нашим пятигорским казачеством. Валерий Иванович, спасибо большое вам. Тимофей Вячеславович, огромное спасибо вам. Владимир Алексеевич, спасибо. Именно благодаря вам получается такое единство. Поднимайтесь с нами, Валерий Иванович, на сцену, пожалуйста. Дорогие ребята, вот когда смотришь на вас из зрительного зала, когда видишь в очередной раз эту удаль казачью, раздолье, когда видишь, как вы умело орудуете шашкой, вспоминаются слова Александра Невского. Кто на Русь с мечом придет, от того меча и погибнет. И я хочу сказать, Россию не надо бояться, Россию даже можно не любить, но уважать себя мы заставим. Уверена, что это еще одно традиционное городское мероприятие, Марина Федоровна. И вот как сейчас, вы знаете, мы сделали такую первую робкую попытку, у нас в марте будет еще один стартовать конкурс новый «Оранжевое настроение». Мы приглашаем всех рыженьких принять в нем участие, и уже у нас есть желающие из Чеченской республики, из Буденновского района, из Ставрополя, из Кисловодска. Давайте сделаем этот наш городской проект «Казачьи забавы» региональным. Да. И я думаю, что к нам приедет очень много замечательных ребят и взрослых. Мне очень приятно сказать, что инициативу 19-й школы поддержали практически все школы города Пятигорска. И сегодня выходили казачата из 12-й школы, которые углубленно изучают английский язык, и соседи 19-й школы, замечательная 21-я, 20-я школа. Посмотрите, как здорово поддержал микрорайон Бештау, практически все школы представлены, наша центральная школа, 1-я. Спасибо вам большое, ребята, за то, что вы любите традиции казачества и поддерживаете наши с вами русские корни. И я знаю, что я должна награждать директоров. Пожалуйста, давайте. Спасибо, Наталья Алексеевна. Конечно, мы наградим руководителей учреждений благодарственными письмами. Директор казачьей школы 19 Марина Федоровна Фильм. Директор школы 1 имени Лермонтова Дмитрий Владимирович Васюткин. Директор школы 3 имени Пушкина Оксана Викторовна.
каждую мою мысль. Спасибо, Наталья Васильевна. Я скажу только, присоединюсь, что я выражаю глубокую благодарность нашим братьям-казакам, которые всегда с нами рядом. Я испытываю сегодня огромные эмоции от того, что на сцене Дворца Пионера, Дворца детского творчества, на этой замечательной, лучшей сцене, сегодня звучали казачьи песни, казачьи танцы. Я очень счастлива. Мне кажется, это эпогея нашего, наверное, пути, к которому шли, вот шла наша казачья школа. Наш конкурс второй год проходит, и гран-при у нас кубок, переходящий кубок, получает та школа, которая приняла участие во всех трех номинациях и проявила себя достойно. И в этом году это школа номер 6.